Заезд машин на лыжные трассы уже не редкость, и в этом году от колес автолюбителей вандалов была испорчена лыжня на гороховом поле. Портится лыжная трасса, на которой тренируются спортсмены детских школ, спортсмены-любители, а также любители лыжных прогулок. Портятся у нас трассы как на Черемушках, так и на гороховом поле. Конечно, больше всего достается гороховому полю, потому что близость города дает о себе знать. В этом году заезд на лыжню стал заметной проблемой при подготовке трассы. Исправить полученные увечья с помощью техники невозможно, поэтому восстановлением трассы своими силами занимаются любители лыжного спорта, а также ученики спортивной школы имени Вяльбе.